Лучшие детские голоса нашего округа вновь собрались на сцене Центра эстетического воспитания. В 16-й раз юные таланты представляют свои вокальные номера на окружном конкурсе «Одинцовский соловей» в рамках фестиваля искусств «Ступени». Это действительно какая-то ступенька у каждого из участников для того, чтобы покорить какую-то вершину в творчестве, показать, на что он способен. А я вам хочу сказать, что у нас очень способные дети. И с каждым годом их становится все больше. По результатам онлайн-отбора в финал прошли 42 номера от солистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов. Многие из них уже были победителями международных конкурсов, участвовали в шоу «Голос дети». Но именно здесь они получают свой главный опыт. Очень ценно, если после окончания фестиваля они слушают какие-то рекомендации, которые им дают члены жюри или педагоги. В этом году фестиваль «Ступени» объединил 9 конкурсов в разных видах искусства. Финальный гала-концерт традиционно пройдет весной. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».